Все чисто. Что? Это Фредди? О нет, он уже рядом. Скорее, нужно закрыть дверь. Фу, еле успела. Только не это. Слишком поздно, вот и попалась. Прошу, не надо, не трогай меня. Теперь тебе точно не выбраться. Что? Выпусти меня отсюда. Так быстро? Ну уж нет. Смотри правила. Какие еще правила, а? Ага, ясно. То есть, чтобы выбраться, мне нужно стать Чикой, а? Фу, о да. Самый прекрасный и обворожительный. Жду нашей встречи, любовь моя. Она просто само совершенство. Да уж, ну и странный у тебя вкус. О, там кто-то есть. А ну, выходи. Яйцо? Я родилась. Да это же птенчик Чики. Осторожней, малышка. Поймала. Ого, сколько их у тебя? Ничего себе. Трон-трон-трик. Вау, спасибо. Теперь я точно смогу отсюда выбраться. Ага, отлично. Буду держать на видном месте. Да? О, что это за шум? Покебол? Откуда он тут? Такой пыльный. Интересно, кто внутри? Сейчас узнаем. Пика? Прошу, не трогай меня. О, ничего себе. Подзарядка. То, что нужно. Ух ты! Пора стилизовать это под себя. За дело, а? Ну что же, по-моему, неплохо получилось. Правда? Ну вот и первый пункт выполнен. Ого, как здорово! Что он делает, а? О, Чика, как насчет романтического ужина? Что-то не так? Прости, дорогая. Ты же за здоровое питание. О, я все исправлю. Высший сорт. Угощайся. О, она будет в восторге. Но лучше перестраховаться. Ох, освежающе. Он серьезно? Не мешаю. О, упсы. Отлично. Нужно воспользоваться моментом. Надеюсь, там найдется что-то полезное. Готово. Посмотрим, что внутри. Не думала, что Фредди так следит за собой. Пора и мне преобразиться. Сперва наношу тени. Розовый отлично сочетается с желтым. А вот, кстати, и он. Вау, как ярко. Теперь наведу стрелки. Супер. И реснички для эффектности. Ну и куда без клюва? Еще пару деталей. Ну вот и все. Теперь я тут хозяин. Никто мне не указ. Вау! Проклятая гравитация! Что это? Выпустите! Это от твоих рук дело. О, отличный мейк. Секунду. Спасибо. Это же моя косметичка. Ах ты негодница. Ну-ка, верни. Больше так не делай. Вот вредина. О, сетка. Она мне понадобится. Задела ножницы. Круто. Топ получился отличный. Слюнявчик. Думаю, сойдет. Просто великолепно. Кажется, у меня успехи. О, моя милая Чика, согласишься ли ты выйти за меня? Ох. О, это так мило. Где же оно? Должно быть, забыл. Потерпи, любимая, я скоро вернусь. О, Фредди ушел?
Привет, подружка. Тебе как-то помочь? Ты бы могла достать ее фату. Прошу. Будет сделано. Ха, это будет просто. Уже бегу. О, ты очень помогла. Спасибо тебе. Пожалуйста. Что же из этого сделать? Придумала. Мне не хватает всего пару швов. Вуаля! Ага, и юбка готова. Полезная вещица. Можно вычеркивать еще один пункт. Интересно, что там? Надо посмотреть. Ну-ка. О, ух ты, я вернулась. О, а что это? А, кажется, это Фредди. Никто не спрячется от меня. О, этого мне не хватало. Что же делать? А, придумала. Надеюсь, это сработает. Нужно пробовать. Затягиваем потуже. А, вот будет хохма. Посмотрим, выдержит ли твоя проводка. Готово. Лучше места не придумаешь. Прицеплю сюда. Ловушка готова. Дождемся Фредди. Куда бы спрятаться? О, тут он меня не заметит. Что-то он долго идет. Вроде не слышно. О, а я переживала. О! Нет! Только не это. Я вся мокрая. О, новая прическа. То, что надо. Опять ты? Вздумала сбежать? Тебе это не удастся. Пора обратно в клетку, птичка. Не думай, что я тебя так просто отпущу. Поняла? Как же ты меня достала. Сиди тихо. О, почему мне так не везет? Ого, это же идеально подходит для Чики. Заплету косички. Ага, это так удобно. Вау, выглядит потрясно. Супер. Теперь с другой стороны. Думаю, так будет куда лучше. Ага, просто замечательно. А мне начинает нравиться. Добавлю немного перьев. Ха, какая прелесть. Я на шаг ближе к свободе. Любимая, у меня сюрприз. Угощайся. Все самое свежее. Ха, кушай. У меня идея. Ага, получай. В яблочко. Думаю, с этим можно что-то сделать. О, супер. Гетры, вы готовы к трансформации? Добавим немного глиттера для блеска. Хотя чего мелочиться? Ха, побольше. Ха-ха. Оп. А теперь хорошенько все перемешаем. Потрясающе! Вышло лучше, чем я представляла. Такие яркие. Просто прелесть. Они мне идут. И Чики тоже. Выгляжу потрясающе. А? О, что он делает? Оу, ты тут одна, красотка? Это не то, что ты подумала. Да уж, она еще та ревнивица. Ну вот мы и наедине. Кажется, у него схемы перегорели. Ой, мне нужно отойти. Такой странный. Надо выбираться. Так, получай, решетка. Оу, перья. А давайте вас покрасим. Так ярко. Теперь перемешиваем. Получилось отлично. Какие прекрасные нарукавники. Вау. Комплект Чики готов. Ура! Да мы теперь с ней как две капли воды. Как насчет второго свидания? Мои микросхемы. Что за красотка? Ну как я тебе, Фредди? Ты великолепна. Выходи скорее. О, благодарю. Как же я ждала этого. О! Погоди. Думаю, так будет лучше. Примерь. Ой, ну а зачем? Не хотелось бы попасться на глаза охране. Особенно этим двоим. Ладно, идем скорее. Они даже не догадываются, что мы здесь. Аккуратнее, мы уже на месте. Вот он. Ха-ха, я тебе перезвоню. Что это за шум? Майкл, это ты? Кто здесь? А? Ауч, прямо в глаз. Тише, или нас заметят. Это тебе поможет. Примерь. Ну, это совсем не помогает. Да хватит у меня светить. Уходим отсюда. Скорее. Эй, да ты весь проход занял. Ну все, довольно. О нет, Фредди. Бежим.
спасибо. О, нет! Что они наделали? Не бойся, малышка, мы тебя защитим. Готово. Держи, крошка. Теперь ты сможешь собрать свой дом. Только посмотри. План как новенький. А, но глаз, его нет. О, какой кошмар. Фредди, мы ведь поможем. Конечно. Вот, надувай. Фу, фу. Не получается. Да, что же не так? Эй! Привет, малышка! Вау, вы такие же, как и я! О, попробуем теперь! Чика, у тебя вышло, а? У меня есть идея получше. Теперь мы мигом их надуем. О, как здорово! Я же говорила! Ого, мне нельзя оплошать! Фу-фу-фу-фу. Получилось! Что, когда они успели? А, это невозможно! А теперь добавим зрачок. О, вау, как круто, Фредди. Ха, я вас догоню. Нужно скорее покрасить глаз. Вот так. Я не уступлю тебе, Чика. Еще пару мазков. Но ничего себе, так быстро. Чика, я уже закончила. Вау, как круто. Эй, глаз готов? А теперь поставим его на место. Просто замечательно. Вы такие молодцы. Отличная работа. Что же дальше? Горка, прекрасный вариант. Я займусь ею. Скоро буду, увидимся. Кажется, я почти на месте. Посмотрим. А? Ты моя самая быстрая машина. Что это с ней? А теперь спуск. Вау, как круто. О, нет, куда она подевалась? Я должна вернуть машинку. Куда же тебя занесло? Что же теперь делать? Машинка, как интересно! У меня появился план! Ха, отлично! Вроде крепко, можно начинать! Ну-ка, запускаем! О, вот ты где! Эй, постой! А, ну куда же ты уезжаешь? Чуть ближе! Ауч! Ох! Великолепно! Ха, план сработал! Люблю спать после обеда! Будь чист! Ой, нужно тебя укрыть, пока ты не замерзла! А вот и горка! Ты сейчас нужнее нашей малышке. Идем. Девочки, я дома. А, тише, Фредди. Прости, дорогая, не знал, что малышка спит. Я буду очень тихим. Ты такой молодец. Ну вот и все, горка готова. Покажем ей. Точно, дорогая, просыпайся, у нас есть сюрприз. Как крепко спит. О, позволь, я попробую. Любимая, подъем. Эй, перестань! Ой, ладно, больше не буду. Не сердись. У меня есть идея. Воспользуемся микрофоном, она точно проснется. Ладно, давай. And I will always... Мы хотим тебе что-то показать. О, и я! Эй, можно чуть потише? Ого, это вы сделали? Конечно. Какие вы крутые. Вы не забыли про мой день рождения, а? Что? Сегодня? Оу! Вау! С праздником, солнышко! И что ты хочешь? Лайки. И очень много. Ну как? Точно! Ребята, поздравьте, пожалуйста, малышку с днем рождения! Поставьте лайк под этим видео, ей будет очень приятно! Ура! Дождь из лайков! Поставьте еще, и тогда я получу подарок! Напишите, когда у вас день рождения, и поздравьте друг друга! О, гляди, какой большой! Сейчас принесу! Малышка, а вот и твой подарок! А? Ничего себе, он как дом! Вау, спасибо вам огромное! Да не за что, малышка, давай, можешь открывать! Вау, круто! Может, сыграешь, а? Ничего себе, конечно! Тогда включай скорее! Ну ладно, я поставлю новый рекорд в этой игре! Почти дошла до босса! Я думаю, она счастлива. Давай пять. О, давай займемся велосипедом. Точно, подожди. Я скоро вернусь. Надеюсь, с ним все будет в порядке. А что мне делать? О, можно сделать цилиндр для домика. Просто замечательно. Тут точно должно что-то быть. Провода? Так вот, где он их прячет. Мед. Тоже не пригодится. Неужели это все? Вау, массажер для головы. Обожаю его. О, да, как приятно. Ладно, хватит. Наконец-то я нашла его. Но думаю, он будет маловат. Как же его растянуть, а? О, это непросто. Ну все, надоело. Глупый цилиндр. Ой, он стал еще меньше.
Идея, нужно его накачать. Ну, держись. Ха, пора расти. Ну что, кажется, получается. Он растет на глазах. Думаю, нашему домику он будет к лицу. Готово. Ну что за прелесть? Ха, выглядит симпатично. А, лишь бы не заметили. Ха-ха, пора навести тут порядок. О, нет, а он тут что забыл, а? Я разберусь, Продрик. А-а-а, не трогай меня! Спасите кто-нибудь! Испугался шляпы. О, она возвращается. У-у-у, ты такой молодец. Девочки, я дома, я добыл его. Дорогая, у папы сюрприз. Сейчас, я почти прошла игру. Отлично, я уже иду на рекорд. Да оторвись ты от игры. Малышка, приди в себя. Посмотри туда. Вау, велосипед, какой крутой. Хи. Кажется, он ей понравился. А давай его украсим, он станет еще лучше. Ну что? Давай, отличная идея. Вот, сидушка готова. Какая умница. Отлично, это тоже тебе. Отлично, это будет заслонкой. Вроде держится, супер. И не говори. Осталось только лицо, цепляй скорее. Отлично, мой байк готов, нужно его затестить. Как здорово! Так держать! Она молодец! Дорогой, нашему домику тоже нужны уши. Ни слова больше. О, ты такая умница! Я уже тут! Вот уши! Но они слишком малы. Они не подойдут. Ну и что нам делать? Придумал! О, малышка, осторожней! Отлично! Так уже лучше? О, превосходно! Ушки готовы! Отличная работа! Дай пять! Ха, как же я рад! Малышка, постой! Не догоните! Скорее за ней! О, уже бегу! Сейчас вернусь! Лишь бы все было хорошо! О, а я пока сделаю забор! За дело! Сперва сделаем разметку, нарисуем первую дощечку. Отлично. Что-то забыла. Точно. Так будет удобней. Ага. Хуйк. Да выбивайся ты уже. Странно. Идея. Нужно больше энергии. О да, сколько сил. Чувствую себя куда сильней. Мы убедились. Рум-трик. Что теперь скажешь? Ура! Я сделала это! Теперь красим. Отлично! Можно устанавливать. Ну вот. Совсем другое дело, а? Забор готов. Превосходно! И еще разок. Вау! Теперь можно не переживать за малышку. Все-таки я молодец. Дорогой! Мы с мамой очень волновались. Ребята, смотрите, что я сделала. О, а ты неплохо постаралась. О, тут забор. Теперь не разгонишься. Сработало. Ты видел? Конечно, отлично придумано. Но мы еще не закончили. Что? Пустяки, я справлюсь. Добуду пистолет и дело в шляпе. Посмотрим. Я везде узнаю этот взгляд. Я иду за вами. Не надо. Стой, умоляю. Слишком поздно. Я любого уложу. Ты куда? Попался. А теперь пошли за мной. Куда он подевался? Проклятие. Меня провели. Как же я зол. Отлично сработано, напарник. Закрываем двери. Пока-пока. Вот же паршивцы. Это была ловушка. Что делать? Мне крышка. Стоп! Это же пульт управления! Открывайся! Ха-ха! Вот неудачники! Я им это припомню! Как он выбрался? Будь начеку! Он может быть рядом! Кажется, чисто! Все из-за тебя! Эй, почему? Ты бы ему еще все ключи оставил! Забери! Оу, буду внимательнее! Давай найдем его на камерах! О, кажется, есть! Он в коридоре! Возьми рацию и обо всем докладывай! Я пошел! Окей, можешь не возвращаться! Ха-ха, это его точно остановит! Моя невидимая сеть! Да уж, и как его взяли в охрану? Эх! Приступаю ко второму этапу! Лучше подстраховаться! Ха, слайм подойдет!
О нет, он совсем рядом. Габи, обернись, он у тебя за спиной. Такой липкий, да? О-оу, Фредди! Вот мы и встретились снова. Габриэль, спасайся! Не надо! Как жаль! О, я спасен? Не выдумывай! Оу, мое лицо! А, не трогай меня, просто забирай сети. Нужно сматываться поскорее. Посиди тут. Неужели я справился? Да. Ура, ну и день. А ну стой, не думай, что так легко убежишь. Ты разозлил его не на шутку. Еще бы. Ауч, ты забрал пушку? Ой, ее нет. Давай проверим на камере. Может, она дома? Нужно выбираться отсюда. Это еще что? Что бы это значило? Большой, маленький. Попробуем. Ого, получилось. Вау, вот так пушка. Не буду задерживаться. Было просто. Осталось отблагодарить ребят. О, вот они. Спасибо, я иду. О-оу, кажется, у нас проблемы. А, как ты мог? Мне было страшно. Будет страшнее. Не угрожай мне. Или что, а? Отдашь мне пушку? Ах ты! Не играй со мной! Ты... Фредди? Что вы тут устроили? О, нет! Спасайся! Спасайся! Ну, с этими ребятами все в порядке. Он идет, притворюсь зеркалом. А, что за красавчик? Тогда ты первый. Не надо, постой. Рассвет, мы сделали это. Фу, были на волоске. Осталось еще 4. Ох. Бу-о-о, надо было их напугать. Вот так. А, как страшно. Ой, джекпот. Это не смешно. Бедная, чуть не разбилась. Только посмотри на них. Вас надо держать в тепле, мои мини-чики. Ага, офицер Габриэль на месте. О, вот они. Какие они? Сигнализация, надо сматываться. Была не была. Где мои малыши, Фредди? О, какое горе. О, ладно. Вот идем по следу из перьев и окажемся с вором. Уверен, это дело рук охранников. Вот только бы добраться до них. Следы обрываются тут. Ты... Одно лишнее движение, и я приготовлю из него омлет. В клетку и без глупостей. Тебе крупно повезло. Яйцо! Нет! Оно мое! Поймал! И я тоже! Только тебя, Фредди! Ха! И вернул свой луч! Теперь он тебе не поможет! Я усилил защиту! Даю тебе фору, охранник! И долго мне тут еще сидеть? Здесь скучно! Привет, Чика! Я не могу их разогнуть! Ха! Позволь мне! Так, возьми ключ! О, я все понял! Вот! Чика, и это, по-твоему, ключ? Ключ не ключ, а дверь откроет. Лучше закрой уши. 3, 2, 1. Ложись! А где Блум? Может, отсырело? Эй, работай! Моя голова! Как так можно? Погоди, я же нашел твои яйца. А, смотри. Мои малыши, ради вас я готов на все. Я иду. Больше нас не разлучат. Можем идти. Let's go. Не могу поверить. Им это удалось? Как? Я совсем не готов. Сюда он вряд ли полезет. Он приближается. Мне нужно вовнутрь. Ну что? Хватит играть со мной в прятки, Габриэль. Выходи по-хорошему. О, сперва нужно зайти. Ой, держись от меня подальше. Или что? Я применю силу. Уходи. Забирай все и не трогай меня.
Ты дал мне оружие и просишь уйти? Ха, как глупо! Об этом я не подумал! Так вот в чем было дело! Ха, я в домике! Тут ты меня не достанешь! Хм, глупый аниматроник! Неудачник! Глупый? И это ты сейчас мне говоришь? О, так нечестно! Теперь ты мой пленник. Ладно, пора вернуть себе большой размер. Все складывается в мою пользу. Только взгляни на него. Мне кажется, это лучшая ночь. Только посмотри на этого жалкого человека. У него ничего не получится. О, ладно, попытка 74. Попался. Лишь бы не сорвался. О, да, он почти у меня. Ура! Я свободен! Трум-трик! Ха, это было слишком просто. Что? Почему она не открывается? Ура! Выпусти меня! Фу! Вау! Вечно забываю, в какую сторону. Ха, прощай, тюрьма! И где его вечно носит? А, проверю камеры. Ку-ку! Наверное, показалось, ночные смены не идут мне на пользу. Фу, продолжим. Подожди, а это еще что? А, мамочки! О, нет! Они повсюду! Надеюсь, тут меня не найдут. Есть кто дома? Лишь бы фонарик помог. Что? Никого? Неужели это все мираж? Как странно. А? Попался! Отпусти меня, Габриэль, на помощь! Я уже тут! Держись! А, где твои штаны? Ты так и не оделся! Что? Ой! Подождите минутку! Ты издеваешься или как? С меня хватит! Я забираю этого! Помоги! Я уже тут! Я держу тебя! Я так просто его не отпущу! Осталось продержаться еще немного! А-а-а, только не это! Ты в порядке? Вроде цел! Фу, это было слишком опасно! И это только вторая ночь! Что? Даже не половина? О, я увольняюсь! Оу, ну и вали! У меня есть кандидат получше! Они снова здесь! Нужно торопиться! А у этого парня отличный послужной список! Пора вызывать подкрепление! Алло, Майкл, ты нам нужен. Эй, заходи, новичок. Привет, готов приступить к службе. Отличный настрой. Эй, а что это за звук? О, как странно. Эй, что с камерами? Ку-ку. Ты это тоже видел? Как страшно. Надо проверить. Какой ужас. Закрыть шлюз. Еле успел. О, здорово ты его! Теперь твоя очередь все проверить. Что? Я не пойду. Давай быстрее. Сам иди. Да ни за что. Да что с тобой может случиться, а? Не будь тряпкой. А, ну ладно. Ай, я ослеп. Лишь бы все было хорошо. Пока не страшно. Спасите! Держись, я вытащу тебя. Не сдавайся. Спасибо, напарник. Закрываемся. Фу, это было близко. О, он мне чуть ногу не оторвал, но ты вовремя. Ого, а тебе досталось. Ух, давай обработаю рану, так-то лучше. Ну, немного, спасибо. Это тебе пригодится. Ты меня очень выручил. Только посмотри на время. Мы выдержали первую ночь. Ура, отличная работа. Отметим это в нашем календаре. Вуаля, готово. Следующей ночью. Фредди, у нас новая цель. Посмотрим, сколько продержатся эти ребята. Еще никто не выстоял все 5 ночей. Не думаю, что они особенные. Пополним нашу коллекцию. Будь серьезней. Я уже подготовился. Выглядит аппетитно. Стоять, это не тебе. Ты что, нарываешься на проблемы, а? Ты чего такой нервный? Не выводи меня из себя. Оуч, моя голова. А вот это ты зря, Чика. Кажется, ты забыл, кто я. Пощади, Фредди. Да расслабься. У нас есть дела поважнее. Так что это за кекс? Вроде все чисто. Тут тоже. Теперь зал. О нет, мне не показалось. Майкл, иди сюда. Фредди сегодня не даст нам покоя. Габи, обернись. Он ломает все камеры. А, вот негодяй.
И что нам теперь делать? Нужно подготовиться к этой ночи. Я знаю. Поставим запасные камеры. Не смотри на меня так. Куда я полезу со своей ногой? Еще и сердце болит. Ну и трус. Ладно, я все сделаю. Ой-ой, как больно. Хватит притворяться, симулянт. Хе, сработало. Ну и напарник мне достался. И что? Это так высоко лезть? Я же не достану. Даже мой прыжок не помогает. Спасибо. Теперь я мигом с этим справлюсь. Угу. И чего Габи так боялся? Ну вот. Так, меня видно? Габи, прием. А, классный трек. Было проще, чем я думал. Что? Фредди, ты тут? Отпусти! О, что происходит? Майкл, беги оттуда! Скорее, он совсем рядом! Отпусти меня на помощь! О, он меня не слышит! Беги, Майкл! Я не могу на это смотреть! Кажется, нам ничего не поможет! О, утро? Как вовремя! Это больше не моя смена! О, пронесло! Да уж! А это еще кто? Телохранитель? А, он мне не помешает. Надо позвонить. Алло, мистер Хаги, мне нужен охранник. О, привет! У меня чуть сердце не остановилось. Защитишь от него? Это Фредди. Я давно за ним охочусь. Можешь положиться на меня. Ого, ну и удар. Ты принят. Я его за 2 секунды в нокаут отправлю. Ха. Смотри, не перепутай. Эй, Хаги, обернись. Что? Вот ты где? Не бойся, Габи. Лузер! Ну и что ты сделаешь? Мне как раз нужен спарринг-партнер! Киа! Это ты называешь удар? Моя рука! Она сломана! Габи, помоги! Не кричи! И так голова разрывается, но не моя! Ха-ха-ха! Трехочковый! О, да ты настоящий монстр! Прошу! Только не трогай меня! Слишком поздно, Габи! Отвали! Ну уж нет! Ауч! Прошу, остановись! Хаги, прости! Киа! Что ты наделал? Я ничего не вижу! Мое лицо! Пора сматываться, только тихо! Есть! Что вам от меня нужно? Ты готов, Чика? Тогда приступаем! Что? Сколько ты надел мешков? Все, что были! А я их потом ищу! Ну все! Эй, отпустите меня! Твой крик никто не услышит. Как бы ты ни старался. Ха-ха. Ты ведь знаешь, что случилось с предыдущими охранниками, а? Тебя ждет та же участь. У тебя есть последнее слово, а? Еще один. Вы меня не взять. Ой, как больно. Зря ты это сделал. У тебя что, куриное беженство, а? Твоя песенка спета. Прекратите. Что, уже утро? О, похоже, я родился в рубашке. Пора отсюда выбираться. Эй, Габи! И где носит Габи? Это уже 3-й круг. Секунду, это же... О, ты вовремя! Чика делает чик-чик! Проклятие! Не бойся, я быстро! Ну уж нет, хватит бегать, пора принять бой! Ай, прямо в колено, годник-годник! Это мой коронный прием. Думаю, тебе это сейчас нужнее. Благодарю. Эй. Всего хорошего. Пока. Неужели это Фредди? Ау! Привет, Габи. Где тебя носило? Майкл, как я рад тебя видеть. Тебя всю ночь не было. Наконец-то утро. Можем вычеркнуть еще один день. Теперь твоя очередь. Спасибо за доверие. Неужели нам осталось всего одна ночь? Эй, Фредди, я так больше не могу. Не мешай, у самого силы на исходе. Фух, надо отдохнуть. Что? Не время отдыхать. Мы должны подготовиться к последней ночи. Ты ведь не хочешь, чтобы мы оплошали? И что о себе возомнили эти охранники? С твоим новым апгрейдом они ни за что нас не остановят. Покажи себя, Чика! Раздавим этих сопляков! Так-то лучше! Только не сейчас! Неужели он вернулся? Эй, Кевин, я тут! Приветики! Фу, не пугай меня больше! Я же говорил, что никакого Фредди здесь быть не должно! Эй, не смей, это мое! Ну-ка, отдала мне картинки! Нет, перестань!
Тень, ты меня пугаешь. Ага, вот они. Больше ты их не увидишь. Ха-ха. Ну за что, Фредди? Ха-ха-ха. Эй, ты! Что? А-а-а! Фредди, спасите! Ого, да я смотрю, ты настоящий талант, малышка. Теперь ты в семье. Что? Спасибо, Фредди. Я так рада. Вот же предательница! Я ей этого не прощу! Что будем делать? Пошли за мной, я все покажу. Это твой новый дом. Ну что, тебе тут нравится? Ничего себе, тут столько всего. Как странно. А это еще что? Оу, ты про это? Сейчас покажу. Ого, как круто. Просто невероятно. А это принтер? О, давай посмотрим, что там. Это же инструкция. Я тоже могу стать Фредди. Я бы не отказалась. Думаю, следует начать с мейкапа. О, это прекрасно. Ты молодец, большой Фредди. А что у тебя за ухом? Ага, это же краски. Нам пригодятся. Угу. Тут есть все цвета. Не двигайся. Хорошо. Как мило, мне уже нравится. Ребята, а вы что скажете? Правда круто? Рар! Фредди, ты где? Рар! Ага, напугала? Не бойся. Ой, о, научишь меня так же? Ну, конечно. Покажи свой крик. Ну же. Ра-ра-ра-ра! Нет-нет-нет, попробуй на чике. О, ладно. Как вкусно! Нет-нет, давай я покажу. Соберись и пугай. Что за ужас тут происходит? Чика, ну ты даешь. Ты как всегда. Хи-хи, вы такие веселые. Ну ладно, мне уже пора. Время доставки. А, что? Фредди, постой! Ты туда залезешь? Оу, ты же не поместишься туда. Всем пока. О, ты забыла голову. Не оставляй ее дома. Вот, так-то лучше. Теперь все готово. Малышка, иди сюда. Это тебе. Отлично. А теперь иди. Минутку. Девчонка вернулась. Что-то забыла? Как-то подозрительно. Лучше закрой двери. Меня не проведешь. Интересно, что она задумала? Как странно. Просто оставила доставку. Посмотрим, что внутри. Ого! Ну и тяжесть! Давай же! Так и до грыжи недалеко. Фу, интересно, что внутри? Такой аромат! Должно быть что-то вкусное. Приятного мне аппетита. Ха, пора перекусить. О, нужно выбираться! Скорее! Ты свободен, малыш. Идем домой. Эй, крошка! Оу, а в рюкзаке неудобно. Надо отдохнуть. Как все прошло? Я пока решила поубирать. Хи-хи. Вот и славно. А я пока отдохну. Но как же хорошо. Ты что творишь? Я для чего тут убираю, а? Ой, ну не горячись. Прости, Чика. Ну ладно, только чтобы это в последний раз. Упс, вышло небольшое недоразумение. Не переживай, такое случается. И что теперь делать? Уберу. Может их перевязать? О, просто замечательно. Вау, малышка, иди сюда. Малышка. Вау, какой костюм. Ага, только я звала другую малышку, позови ее. Ладно, я поняла. Что, мамочка? О, вау, спасибо тебе. У меня есть кое-что еще. Ничего себе, костюм. Подержи, я обязана его примерить. Хи, просто супер, он как раз на меня. Бу-у-у. Уже страшнее. Так вот, где их логово? Ну и гадость. Стоят и пугают друг друга. Даже смотреть противно. Кстати, у нас в чек-листе она тоже есть. Давай попробуем. Ра-ра-ра. Как тебе моя? Ну как? Ой, она слишком большая. Ничего не вижу. Да уж, не годится. Дружок, ты нам не поможешь? Ну, пожалуйста. Нет. Эй, ну все, хватит. Я с тобой разговариваю. Малышке нужна своя маска. Помоги. Нет. Так нечестно. Но у меня появилась идея. Чика. Да? Можно перышко? Спасибо огромное. То, что нужно. Эй, Фредди. Хо-хо-хо. Прекрати, щекотно. Ладно.
спасибо, ты самый лучший. Получилось. О, Чика, спасибо, возвращаю. О, спасибо. Супер, думаю, шляпа тоже не помешает. Вот так. Осталось украсить бантиком. Секунду, у меня же еще были брови. О, отлично. Ну, вроде неплохо. Чика. Ой, круто. Еще бы. Нужно передать маску малышке. Ох, я так проголодалась. Нужно срочно перекусить. О, Чика забыла. Фу, и как она это ест. Зерно не подходит. Ладно. Всем привет. Фредди. Угощайся, у меня есть подарок для тебя. О, маска, как круто, я так тебя люблю. Ой, какие же они милашки. Я придумала. Эй, здоровяк, доставай. Думаю, ей понравится. Это тебе. Вау, ничего себе, какие милые сережки. Я как раз о них вспомнила, глядя на вас. Вот это красота. Круто, мне тоже нравится. А тебе, Фредди? Выглядишь потрясно. Что? Не поняла. А что с твоей обувью? Тебе не следует так ходить. Подожди. Ну и сколько? Я сейчас усну. Кажется, ничего нового. Думаю, можно и поспать. Сладких снов, сержант Кевин. Ах, просто великолепно! Это мне на руку. Кажется, он спит. Не разбудите его. Ого, как крепко. Думаю, этим можно воспользоваться. О, идея. Сделаю пару смешных селфи на память. Вот умора. О, какие роскошные лапки. А ну, отдавай. Отлично. Думаю, это тебе больше пойдет. Давай примерим. Ага, потрясно. Да ты красотка. Проснись и пой. О, что это? Почему темно? А что? Выглядит солидно. Мне нравится. Фредди? Пока-пока. И спасибо за лапы. Ах ты! А ну иди сюда! Воу-воу! Ой, кажется, я сломал каблук. Проклятье! От этого Фредди одни проблемы. Что? Я все еще сплю. Ну все, с меня довольно. Ха-ха, вот и попался. Давай потанцуем вместе. Что? Не стесняйся, я поведу. Вау, позволь тебя поцеловать. Ой, ты меня так смущаешь. А теперь без рук. Ах, это был лучший танец в моей жизни. О, Чика. Чика, куда она делась? Ах, а я думал, это настоящая любовь. Привет, подписчики! Видали моего брата-близнеца? Малышка, ты не занята? У меня есть кое-что для тебя. О, ух ты, какие мягкие! Спасибо, Фредди! И у меня есть подарок – перчатки! О, ничего себе! Отлично! Ну-ка, покажись! Здорово! Думаю, ты готова. Чика, приведи охранника. Я поняла. Давай его напугаем. Да, я только за. Давай за мной! Он здесь! А теперь напугай его, как мы учили, за дело. О, Чика! Как же он достал! Ты такая милая, когда сердишься. Иди ко мне! О, я понял! Как страшно! Напугали. Набери меня, красотка. Звони в любое время. Аривар! Да уж. Даже Кевин меня не испугался. Малышка, потренируемся? Рау. Ой, я забыла про когти. Это точно поднимет ее дух. Вот и перчатки пригодились. Для когтей понадобится стаканчик. Угу. Начинаем вырезать. Главное, самой не порезаться. Ну вот, заготовки на месте. Давайте покрасим их в черный. Уже страшнее. Теперь соединяем их с перчатками. Провода не помешают. Ну вот, уже на что-то похоже. Еще немного здесь. Когти готовы. Теперь малышка станет еще страшнее. О, спасибо тебе, Фредди. Они тебе очень идут. Вау, такие острые. Стой, лучше так. Получилось. Очень круто. Давай, покажи ему класс. Ах, надеюсь, она позвонит. Ой, неужели Фредди здесь?
Скорее, надо защититься и не подходи. Он исчез? Кажется, пронесло. Надо закрыть двери. А может, он ушел? Фу, я уже думал, мне крышка. Ага. А что это? Отпусти меня! Прошу! Я должен выбраться! Вырвался! Который час? Утро! Ну мне и повезло! Все, с меня довольно! Алло, где сменщик? Привет, коллега! А вот и ты, теперь твой черед! Ага, честь имею! Думаю, мне пора в отпуск, я его точно заслужил! Удачи, партнер! И тебе, Бонита!